Всем доброго дня. Сейчас мы вам будем рассказывать про качель. Капитальная качель. Она немножечко разборная, но имеет цельносварные части. Это полностью торец. Как мы видим, он цельносварной. Он соединяется специальными прогонами. Видите, две половинки. Здесь штанга, на которой, которая подвешивается на мощные цепи сама лавка, на которой качаться и которую надо будет отдыхать. И внизу вот здесь идет еще одна тяга для более большей устойчивости. Трубы применено здесь два вида, 40 на 40 и 40 на 20. Все, стенка 1,4-1,5. Сиденье покрыто доской с пропиткой венге. Антисептиком хорошим, именно антисептирующим, лессирующим слоем. Доска камерной сушки, башлеса. Особенности в чем? Мощная и большая вот такая большая сиденье с высокой спинкой, как вы видите. Доска 36 на 136, мощная. Цепь, которая выдерживает до нескольких тонн. Карабин мощный. И кольцо. Также здесь кольцо, болт. Видите? Сам каркас собирается, значит, с помощью болтов М8 с шайбами. Видите? Ничего сложного. Сверху прогоны. И покрывается поликарбонатом. Поликарбоната надо в длину 2 метра. Получилась такая мощная капитальная конструкция. Качели. Всем рекомендуем. Мы их производим уже 5-й год. В прошлом году ее усовершенствовали, сделали еще мощнее цвет и соответствующе очень красиво получилось. Заказывайте. У нас сейчас есть одна осталась по акции, только цвет светло-серый, белый, на нем поликарбонат серебристый. И доска сосна, покраска. Она по акции стоит 12 тысяч рублей со скидкой. Прайсовая цена такой качели 15 тысяч рублей без сборки, без монтажа, то есть комплект. Обратите на это внимание. Обращаю внимание на качество сварки, сварные швы в круговую везде, полуавтоматами, труба оцинкованная и сверху полимерно-порошковая покраска. Такая красота. Пишите, задавайте вопросы. Всегда будем рады ответить. Ставьте лайки. Ну и самое главное, заказывайте. Мы будем всегда рады. И приезжайте к нам в гости.